Итак, здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Здравствуйте, Центр по противодействию экстремизму и Бюро этнолингвистических экспертиз. Итак, специально для паблика «Достойные фильмы» я сходил, посмотрел фильм ужасов Стивена Кинга под названием «Телекинез». Дьявол не может умереть, он всегда возрождается. Но его нужно уничтожить. Нет! Сразу скажу, я мнения своего об этом фильме не имею. Против того, что я сейчас скажу, я уже заранее выступаю. То есть я вообще против того, что я скажу. Фильм я одобряю. Нет, я его осуждаю. Фильм глубоко осуждаю. И прошу вас провести этнолингвистический анализ этого ролика и также провести этнолингвистический анализ фильма. Ну и запретить его, соответственно, потому что он разжигает вражду в отношении социальной группы христианские верующие. Он их с говном смешивает, честное слово. Итак, в принципе, это не особо фильм ужасов, это, по сути дела, мелодрама с элементами мистики в конце. У ебанутой верующей мамы родилась дочка, она ее хотела в детстве еще убить, потому что дочь – это плод греха, первородный грех, там она еблась с кем-то, какой кошмар, и, короче, ее это мучает. Дочка, соответственно, мучается, растет в обычной школе с мамой-ебанашкой. Ну, если честно, у меня была одна такая знакомая девочка, зовут ее Заштопик, живая до сих пор. Вот реально ебанашка, росла в сектантской семье. Ну, как-то она с этим справилась, пережила, не стала обладать телекинезом, ничего не помогло. Однако здесь у нее случились сдвиги по фазе. Значит, учится в школе, не знает о том, что у нее начнутся месячные, в принципе, ничего особенного. Но в конце, ну, на ней много издеваются люди, и одна из самых пиздатых тёлок в школе отправляет своего пиздатого парня, игрока в какую-то невъебовую игру, которую я тоже не понимаю, пойти с ней на выпускной вечер. Да, кстати, этот фильм еще и инструкция, как отъебать религиозную целку. Вот, но он ее не отъебал, не успел. Значит, что? Заканчивается все кошмарно, то есть вы это, если хотите, посмотрите, если нет, да в принципе похуй, там почти всех убили, блядь, девку облили какой-то кровью, она всем заебашила, такое говно, не хотите смотреть, я просто расскажу так, чтобы экспертизу провели. Короче, красивая девка, дура, не надо никогда своего парня отправлять с какими-то ебанашками, ну типа они над ней издевались, и она хотела ее, как это сказать, ну немножко умаслить, типа, ну, она перед ней виновата, но она не может пойти извиниться. Надо парня своего с ней отправить на выпускной бал. В Америке все очень любят выпускные балы, там потанцевать, у них пиздата, все в пиджаках наряжены, тёлки девственность теряют. Ну, у меня выпускного бала не было, и в пиджаке я никуда не ходил, меня выгнали из школы. Вот. Значит, там пиздец все, кровь, месиво, бам-бам, она всех убила. Ничего страшного. В зале все смеялись, скажу честно. Девочка, вот эта вот телекинезом обладающая, похожа на ботаншу из сериала «Папины дочки» на очкастую. Ну, только это не очкастая, ну так. Значит, что еще? Что еще от себя, на всякий случай? Значит, как я уже сказал, я против своего обзора этого фильма. Я его глубоко, на всякий случай, осуждаю. Хотелось бы поздравить сотрудников МВД с Днем Толерантности, во-первых, а во-вторых, с тем, что в Новосибирске судят подполковника МВД, который пришел на свидание с мальчиком и был пойман активистами «Окупай педофилей». Но, естественно, это не имеет никакого отношения к тому, что под меня стали копать и возбуждать на меня дела за обзоры фильмов. Смотрите обзор, подписывайтесь на канал. До новых встреч!